Пане Романе, 186 безпілотників, велика кількість балістики, крилаті ракети з класу «Земля-Земля». Іран розпочав війну, чи просто відповідь Ізраїлю запустив ракети. ППО спрацювало, більшість було збито. На фоні цієї атаки Джо Байден сказав, що вони будуть металево підтримувати Ізраїль. І що найцікавіше, лідер Палати представників республіканців сказав, що екстрено, негайно будуть наступного тижня, тобто з понеділка, розглядати допомогу Ізраїлю. Чи ми можемо розраховувати, що там буде допомога і Україні? І загалом, як оце загострення може вплинути на війну Росії в Україні? Після удару 1 апреля по посольству Ірану в Сирії, де погибло, ну, як мінімум, 7 офіцерів, із них 2 генерала ксіровських, Іран обвинив Ізраїль в цій атаці. И согласно 51 статье ООН на самозащиту нанес удар. Да, действительно было 185 беспилотников, 110 баллистических ракет и 36 крылатых ракет. Запускались в основном с Ирана, также с Йемена, с Сирии и с Ирака. То есть общее количество было уже где-то под 200, то есть больше 200. Летательных аппаратов долго анонсировали этот удар, дали возможность, естественно, подготовиться всем и вся. Работали против этих летательных аппаратов, работали комплексы израильские, работали комплексы, зенитно-ракетные комплексы американские в Ираке и в Иордании. Работала авиация израильская, французская, английская и американская. То есть сбили 99% летательных аппаратов. Часть прошла по Израилю, в основном по базе израильской «Рамон». Неправильно назвали. Не «Рамон» надо было, а «Роман». Ну, хорошо, пусть израильтяне «Рамон». То есть нанесли мелкий ущерб, по крайней мере. В основном объекты были военные базы. Военные объекты как цели. Отработало ПВО на отлично. 99%, конечно, уничтожение, это серьезно. Хорошо отработали все зенитно-ракетные комплексы Израиля. И хорошо себя показало, конечно, военно-воздушные силы всех четырех стран, которые выполняли боевую задачу. Иран счел инцидент исчерпанным, ну, то есть вот эти вот переброска, удар по посольству и нанесение сегодняшнего удара. Но дальше, скорее всего, будет эскалация какая-то. Допустим, израильтяне сейчас будут принимать решение наносить, не наносить, ну и так далее и тому подобное. На нас, на наш, допустим, на нашу проблему с недостачей боеприпасов и решение вопроса по 60 миллиардам может повлиять, если, допустим, не вытащат из нашего общего пакета Израиль, Тайвань, Украина, не вытащат помощь чисто для Израиля. Тогда мы можем вообще стать в такую длительную очередь. А если этот весь пакет пойдет пакетом, то, по большому счету, со следующей недели, может быть, будет принято решение по финансированию именно по вот этому почти 100-миллиардному, там, по-моему, 95 миллиардов помощи трем странам. Пане Романе, от мене запитання. Ви чітко, гарно розповіли, як працювала авіація і Великобританії, і США, коаліції по ракетам. От в чому різниця, поясніть мені? Іран теж має ядерну зброю, розробляє там, попри санкції. Росія теж ядерна країна. Тобто, коли летять ракети з боку Росії в Україну, авіація союзників, партнери наші не допомагають, тому що ескалація, ядерна країна. Тут теж ядерна країна і все збивають. В чому різниця? Понятно, что здесь разный подход к самим основополагающим признакам и основополагающим документам Организации Объединенных Наций. Да, Израиль все защищают, включая и французов, и американцев, и англичан в том числе. А Украине еще и запрещают использовать вооружение, которое нам дается, на чужой территории. То есть большинство ракет и беспилотников иранских было сбито не над территорией Израиля. Над Иорданией, над Ираком, над Сирией. Но они не дали зайти большинству ракет и беспилотников на израильскую территорию. А у нас наоборот. У нас запрещают использовать то вооружение, которое нам передается,
на сопредельной территории, на российской территории. Не то, не просто двойной подход, а такая, я бы сказал, страшнейшая дискриминация по участию наших партнеров примерно в одинаковых конфликтах, так как ракетная атака, что российская ракетная атака по нашим городам, и что иранская, например, на одинаковые по мощности. То есть, когда россияне, допустим, большой, вот как в Новый год было две атаки, то есть тандемная атака, примерно такое же количество летательных аппаратов использовалось россиянами, как иранцы вот использовали в эту атаку. Она тоже была, кстати, тандемная. Там было выпущено сначала 80 ракет, потом 70. Ну, то есть такие две волны просто, что за сутки. А россияне тогда с разрывом в двое суток, по-моему, было как раз разрыв по этим атакам. Потому вот такой подход. Вот такие у нас гаранты, как минимум, если считать по гарантам по безопасности Будапештскому. Кстати, американцы и англичане. Но французы сейчас как-то, ну опять, риторика опять. Мы слышим пока только разговоры. Разговорами ж сыт не будешь, разговорами от ракет не прикроешься. Ну, пане Романе, як ви завжди кажете, а нам своє робити, ну і ми відповідно робимо. Так і є. Нам своє робити і виконувати задачі, раз не дають нам на території Росії их оружием, значит, надо уничтожать российские военные объекты своим оружием, значит, запускать или поддерживать, масштабировать производство своего оружия. Власне, є приліти якісний в Луганську вчора, пане Романе. От повідомляють, як мінімум, про два прильоти в дислокацію в Луганську. Бачимо, тут детонує дуже прекрасно. Це підтвердили вже наші повітряні сили. Олещук каже, що був удар. Що знищили, наразі не повідомляють. Різні версії є. Можливо, це і величезна кількість техніки, живої сили, командний центр. Але що кажуть, пане Романе, от саме пабліки російських воєнкорів, що цілком можливо, що це було застосування ракет «Таурус». І починають роздувати, що це німецький «Таурус» влучив на Луганщині, в Луганськ. Ну, діло в тому, що «Таурус» все-таки 500-кілометрова ракета, а смисла її на 100-кілометрову дальність використовувати абсолютно нет нікакого. Тим більше там тандемний боєприпас, він в основному для вскриття бетонних конструкций железобетонных. То есть здесь был удар нанесен по штабу и по расположению в Луганске, по штабу российскому центру и расположению техники рядом с ними. Потому даже если бы у нас уже был бы «Таурус», то его использовать для этого удара, ну, было бы, мягко так скажем, кощунственно. Оптимальный вариант – это, скорее всего, крылатые ракеты «Storm Shadow» или «Scalp». Они уже работали по Луганску неоднократно, кстати, с хорошим КПД, и вот та же самая картина. Сработали партизаны, наши луганские партизаны доложили о дислокации, о большом скоплении. Была проверка, перепроверка, команда и авиация вышла. Это летчики наши отработали. Вышла авиация, выполнила боевую задачу. Все вернулись живы-здоровы. До речі, є важлива заява Сирського і важливі слова канцлера Німеччини Шольца, але перед цим хочу нагадати про збір, про те, що ми продовжуємо закривати частину збору для двох пікапів 12-ї авіаційної бригади, аби збивати ті шахеди, які летять. От сьогодні вночі 10 летіло шахедів в Україну, аби 100% намагатися до 100% добивати ці от повітряні цілі, які виробляються в Ірані. От відповідно, давайте ми закриємо цей збір. Хто скільки зможе, давайте оперативненько зможемо зробити так, аби наші герої мали ці дві такі необхідні мобільні машини, ці два пікапи. Прошу, тут є QR-код. Що ж, рухаємось далі. До речі, пане Романе, ще хотів би згадати про те, що кажуть, в чому може бути плюс можливий, що Ірану спробують рознести заводи шахедів, тому що багато шахедів летіло, відповідно, це будуть проблеми для росіян. Чи можемо ми так говорити, чи це вже така собі додумка? Ну, разнести иранцам точно надо шахедные заводы, не только шахедные, все военные заводы, так как они напрямую участвовали через россиян в убийстве украинцев. Потому неважно, кто им их разнесет, вот здесь можно уже как раз поддерживать любые шаги любой стороны по уничтожению военных объектов КСИРа.
На Россию это уже никак не возымеет действия. Дело в том, что россияне в основном получают под шахеды сейчас элементную базу китайскую. А это, в принципе, шахет – это и так китайский подсолнух 200, мы уже неоднократно это говорили. Базовая разработка – это подсолнух 200 Made in China. А вот иранцы себе доделали, допилили, нарисовали на нем шахет, а россияне, тот же китайский по подсолнух нарисовали геранью. Ну, им так больше нравится. Потому поставки однозначно будут. Китайские как шли, так и идут напрямую в Татарстан. Там собирается эта герань. Так уже как герань. И выполняет дальше боевые задачи. Потому если уже уничтожать заводы по производству, так лучше китайские. Вот тогда точно ни в Иране не будет шахедов, ні в Росії не буде герой. Пане Романе, от Сирський, що сказав Сирський офіційно в себе телеграм-каналі, я процитую, і фактично він повторив ваші слова. Обстановка на Східному фронті останніми днями суттєво загострилася. Це пов'язано насамперед зі значною активізацією наступальних дій противника після проведення в Росії президентських виборів. Ворог атакує наші позиції на Лиманському, Бахмутському напрямках. І що він каже, що цьому сприяє тепла, суха погода, яка зробила танкодоступною більшу частину відкритих ділянок місцевості. Ну, это не мои слова, это понятная практика, это логика определенных действий, естественно, техника, которая была скоплена россиянами под зимнюю наступательную операцию, в надежде, что придут морозы, но не сложилось с морозами в Украине в этот раз, спасибо великой Грете Тунберг. Еще раз сарказм, конечно, для понимания процесса. Тем не менее, то есть, но эта техника достояла, в конце концов, до сухой погоды, морозной не схватили, до сухой погоды, и сейчас они ее используют, массово используют эту технику в основном по двум направлениям. Направление Часовьяра, направление Курахова и Карловки, то есть Донецкое и Бахмутское направление. На броню садят пехоту и пытаются на броне двигаться вместе с пехотой. Но у нас сейчас есть серьезные бригады, серьезные батальоны. Вот помните, я говорил, моя любимая 92-я, там есть батальон «Ахиллес», выполняет задачу беспилотниками, в том числе, кстати, и под Часовьяром. Ребята, кстати, набирают себе в батальон сейчас напрямую, там есть 92-й бригаде, есть рекрутинговый центр, вот запустился, тоже несколько раз с вами говорили. И вот хлопцы набирают в «Ахиллес», это подразделение, которое выполняет задачи беспилотниками, разными беспилотниками. Очень много минусуют сейчас техники российской, именно вместе, кстати, с пехотой, потому что один беспилотник сносит с брони все отделение пехоты и останавливает танк. То есть, по большому счету, сейчас такой урожай на россиян получается. В том же Часовьяре и по сведениям мы опять перешли рубеж в 1000 россиян в сутки, то есть больше 1000 россиян в сутки. А общее количество коробочек, до сотни коробочек в сутки, вот это как раз из-за того, что они сейчас начали лезть с помощью и двигаться с помощью техники на броню, пересадив пехоту. Ну, от вчора ми говорили, пане Романе, що Богданівка наче теж окупована. Генштаб офіційно каже, що бої в Богданівці тривають, ось, і не можна ще розставляти крапки над «і». Не все ще є те, що от промальовано на діпстейт правдою. В ключі цього хотів би згадати, пане Романе, як завжди, західна преса більше знає про війну в Україні, ніж самі українці. Financial Times повідомляє наступне, що влітку Росія може піти у наступ за чотирма напрямками. Вони називають Донеччину, Херсонщину, Луганщину, Запоріжжя і, можливо, штурм Харкова. У мене відразу запитання, а яку частину фронту вони не назвали? Вони просто весь фронт назвали. Тут якось втрачається суть новини. І все ж, попри це, як ви вважаєте, де найвірогідніше, якщо і буде літній наступ, де можуть зосередити свої сили противник?
Ну, для того, чтобы наступать, надо скопить достаточное количество сил, средств. Они сейчас наступают. Вот тот же самый Часовьяр, та же самая Курахово-Карловка, то есть Донецкое направление. Они сейчас наступают и будут наступать и до конца весны, и все лето. То есть это два направления, которые они выбрали для давления. И они сейчас будут собирать сюда все более-менее боеспособные части. И все это время, пока будут накапливать основные силы, им надо в режиме накопления побыть хотя бы полгода, то есть где-то до, может быть, до конца лета, то есть август-сентябрь, то есть на осенне-зимнюю кампанию этого года скопить силы. Но наступать они будут вот по локально, это же опять же ширина фронта там в одном и в другом месте нескольких километров, это не десятки километров. Проблема просто в Часовьяре, они сейчас пытаются с трех сторон его обойти. Там не безнадежная ситуация, тяжелая, но не безнадежная. То есть там есть достаточное количество сил, средств, сейчас подходит техника, подходят боеприпасы. И по большому счету у нас есть возможность Часовьяр удержать, и не просто удержать, а еще выкосить российских войск, там довольно-таки серьезное количество. Там хорошее, что у нас получается из-за того, что это высота Часовьярская, то есть превышение довольно-таки там несколько десятков метров. У нас хорошие позиции по обороне, потому там работает командующий непосредственно, знает это направление, это же его направление, которое он занимался. То есть сейчас Часовьярскому направлению такие серьезные будут внимание уделено. А то, что движение у России, да не будет никакого Харькова, не будет никаких ни Херсонского, ни Запорожского направления не будет. Вот то, что они могут делать, они будут двигаться по Луганскому и по Донецкому направлению. Причем в основном по Донецкому, может быть, подключится Луганское, когда если они накопят достаточное количество сил, средств, а чтобы они накопили достаточное количество, им надо заморозить боевые действия. Если мы не заморозим, если мы будем их постоянно с достаточным количеством боеприпасов минусовать, их просто им нечем будет идти. Не будет наступления как такового, масштабного, просто не будет. Нечем будет двигаться. Потому есть механизмы, как это все нивелировать. Ну а направление по поводу Часовьяра и Покровска, то есть общее направление Донецкое и Бахмутское, однозначно не будут держать. Уж как-то с полумиллионной российской армии выдавят они на эти два направления, выдавят определенные наступательные подразделения, то есть штурмовые подразделения. У нас задача, главное, их минусовать. То есть держать эту планку в 1000 пакетов в сутки для россиян. Вот если мы ее выдержим, то никакого наступления летнего просто не будет, какого-то масштаба. До речі, вранці Генштаб повідомив, що саме на Бахмутському, Новопавлівському напрямках найактивніші бойові дії, те, що ми зараз проговоримо, та Донецькі, Луганські області. Пане Романе, хотів би згадати про снаряди. Давно ми не згадували Петра Павла, ініціативу Чехії про 1,5 мільйона снарядів. Що каже президент Чехії? Він заявив, що подібно до чеської ініціативи розробляють також Естонія, Франція та Великобританія. І ініціатива полягає в закупівлі артилерійських снарядів в Україні поза межами Європейського Союзу. Єдине, що для того потрібне – фінансування. Ми знаємо, що от може в військових якихось номенклатури в Європі проблеми, а от з грошима, напевно, вони точно їх знайдуть. І що кажуть, що в разі успішного закриття питання з фінансами по цим ініціативам, на цей рік щонайменше питання зі снарядним голодом для Збройних сил України буде закрите. Ну, можно уже сказать, что оно закрыто. То есть на этот год достаточное количество снаряда у нас точно будет. Общее количество, где-то как минимум 2-2,5 миллиона. А это практически по 10 тысяч снарядов в сутки. Это более чем достаточно для того, чтобы в режиме активной обороны минусовать по той же 1000 россиян в течение суток. Пане Романе, якщо згадувати Кринки, ми завжди з вами говоримо, які проблеми є саме в росіян, тому що там довге коліно і важко це все постачати. Я хочу вам зацитувати, що кажуть самі окупанти саме з лівого берега. От їхні
слова. Проблемы с адскими крынками надо как-то решать. Наши потери там превысили все допустимые нормы. Необходимо менять тактику наших действий. Но действующий командующий группировки войск Днепр генерал Теплинский к этому не способен. Решение о его отстранении от командирования группировки уже давно перезріло. От, до речі, так багато хто говорить. Кажу ж, ми говорили про те, що є проблеми з постачанням, і вони 200-х не вивозять, 300-ті стоять 200-ми. Які перспективи плацдарму саме для наших морпіхів, які там працюють, для наших сил оборони, і що ми можемо найближчу перспективу розглядати на лівому березі? Ну, если тактический плацдарм создан, то значит он когда-то перерастет в оперативный для поддержания форсирования реки. То есть создание тактического плацдарма, скорее всего, как раз для этого и надо было. Но, опять же, разворачивание до уровня оперативного, хотя бы в радиусе 15 километров, для того, чтобы переправу можно было не одну перебросить, нужно, опять же, проводить только под какую-то дальнейшую операцию. То есть не плацдарм ради плацдарма, а плацдарм ради дальнейшего движения, иначе этот плацдарм становится такой серьезной военной целью, которую будут раскатывать авиация, артиллерия. Противник точно тогда подойдет к выполнению этой задачи. Потому, а так как оперативный плацдарм для наступления, дальнейшего наступления на Крым или хотя бы на Скадовск по этому направлению возможен только при заходе авиации, при подходе авиации, без авиационной поддержки никакого плацдарма, никакого движения дальше там точно не будет. Потому после захода авиации, я так думаю, как раз этот вот тактический плацдарм дальше начнет перерастать в оперативний з наведенням переправ для виконання задач дальнішого движення. Також наші бійці, пане Романе, кажуть наступне, що величезна втрата їхніх резервів, живої сили, яка наступає в і техніки, полягає не тоді, коли вони штурмують наші позиції, а коли вже кілька їхніх солдатиків змогли зайти на якусь позицію з тих десантних штурмових угрупувань. І вже коли вони хочуть підкидати свої сили, аби укріплювати ці вогневі позиції, от саме в цей момент найбільше вони втрачають 200-ми і ураження техніки. Це логіка. Тобто, якщо зацепляються за якусь позицію, зрозуміло, її треба снабжати. Либо підвозити боєприпаси, либо вивозити, допустимо, ранених. І, звісно, на ось цьому рухі, а рухі йде не під землею, а над землею, тому максимально наноситься удар. Тобто, це логіка виконання бойової задачі. І, звичайно, хотів би згадати наших союзників. Це є прем'єр, перепрошую, канцлер Німеччини Олаф Шольц. Пане Романе, що він сказав? Що, от цитую, що ми ще довго будемо постачати озброєння Україні. І він сказав, що війна буде довгою і вести переговори з Росією, з Путіним, можна буде лише тоді, коли вони виведуть війська з України. І сьогодні ж хочу згадати, що от зараз наш МЗС останні дні активно шукало комплекси Patriot і Irish-T, аби закрити небо. І от є вже повідомлення, що Міноборони екстрено Німеччини передасть Україні як мінімум один комплекс Patriot, там 8 установок, РЛС і все, що потрібно. І також, можливо, ще передадуть нам установку Irish-T. Це аналог, я так розумію, Patriot'ів. Вот это высказывание Шольца по поводу ведения переговоров с Путиным только после вывода войск с территории Украины, вот это высказывание надо запомнить и как «Отче наш» повторять нашему всему военно-политическому руководству везде, где бы они ни находились, включая все канцелярии. А канцелярии канцеляриям надо вообще выучить, и больше вообще можно ничего не говорить. Вот выучите это одно предложение Шольца, и вот только им и оперируйте. И не будет тогда никаких вопросов, и будет тогда понимание, почему нам надо Айрисы, почему нам нужны те же Патриоты, самолеты, Таурусы и так далее и тому подобное. Забудьте за все остальное. Любые переговоры, любые контакты с противником только после уничтожения армии противника, либо ее бегства со своей территории. Пока хотя бы один российский солдат находится на территории Украины, это капитуляция, контакт с противником. То есть он может быть только огневым. Вот Шольц уже даже говорит об этом. Вот,
Вот кто бы подумал, но Шольц уже четко это показал. И вот большое спасибо немцам за это. То есть это Шольц же не только свое мнение высказывает. То есть Шольц уже такую консолидированную позицию высказывает Германия. А германская позиция в Европе одна из основных. Все-таки серьезная, во-первых, серьезная армия, серьезная страна и экономически, и в военном плане, и в геополитическом в том числе. Поэтому, ну вот, дождались мы наконец-то четкой позиции по вообще каким-то контактам с агрессором, с нашим врагом. Так, і власне, ще згадати про Patriot RHT. От ми казали, МЗС сказала, нам треба 7 установок, нам передуть 2 і, можливо, ще одну Patriot. Ну, це вже преса каже. Наскільки це є серйозна допомога, чи все ж таки 2 комплекси сильно погоди не змінять в Україні? Да, мы будем рады и двум пусковым установкам, если они будут выполнять боевые задачи. Но рады это одно, а необходимость это другое. Нам реально надо до 50 комплексов для того, чтобы закрыть всю территорию. Для того, чтобы, допустим, прикрыть основные объекты с компактным проживанием граждан, это надо около 25 комплексов. А для того, чтобы вот критически прикрыть, хотя бы чтобы удерживать на плаву экономику и жизнедеятельность Украины, около 7 комплексов. Потому что здесь все зависит от... Вот, но рады даже одному. Потому здесь надо понимать эту, как раз эти перспективы. Сама проблема понятна. Сама проблематика понятна. Механизмы ее решения тоже понятны. По большому счету... Тех же патриотов сотни, если не тысячи патриотов, там в зависимости от комплектации и количества пусковых установок, тысячи патриотов есть в мире. Их надо уметь достать, уметь подвести и запустить сам процесс. Оптимальный вариант, самый оптимальный еще вариант, это, конечно, Соединенные Штаты. То есть там достаточное количество самих патриотов и США, если включатся в эту тему по прикрытию, закрытию нашего воздушного пространства. Вот как они закрыли Израиль, то есть перехватили еще ракеты до того, как они вообще до Израиля дошли, над Ираком, над Сирией. То есть если американцы включатся по полной, то у нас будет достаточная возможность полностью перекрыть наши потребности в патриотах в том числе. Но дело в том, что помимо патриотов нам надо не только другие комплексы средней и малой дальности. Один «Патриот» совсем не справится. Это все-таки зенитно-ракетный комплекс большой дальности, это 150 километров. А нам надо те же «Айрис-Т» с дальностью в 40 километров. Дешевле ракеты, но они маловысотные цели, могут уничтожать те же «Х-69». То есть не всегда «Патриот» за счет своих определенных загоризонтных возможностей, так называемых, может перехватить низколетящую цель. А для этого нужны, допустим, те же «Айрисы» или «Насамсы». А для того, чтобы еще вообще всю систему прикрытий, точки пуска, вообще нужны «Гепарды». Почему выстраиваются это зенитки? Вообще выстраивается общая система как минимум из 4. Вот пирог должен быть минимум из 4 механизмов. Верхний сверху – это «СМПТ» или «Патриот» с дальностью под 150 километров по аэроцелям и с дальностями 40-50 километров по баллистическим целям. Дальше идет комплекс средней дальности, допустим, в районе 40 километров, это либо «Насамс» ракета АМ-120, либо «Айрис-Т» СЛМ ракета «Айрис-Т», которая выполняет боевую задачу, опять же, дальность 40 километров. Это все прикрывается «Гепардом» с дальностью 4 километра, это «Зенитка». И еще нужны мобильные группы, которые у нас есть на дальних поступах для того, чтобы можно перехватить там шахеды, чтобы это было намного дешевле. Вот такой пакет надо выстраивать, его надо запрашивать. Но этим занимается как раз система противовоздушной обороны, они знают, что делать. А все это сверху еще бы оптимально прикрывать, еще и F-16. То есть вот такой пакет из 5, такой пирог из 5 слоев. Так, це вже виглядає як якийсь системний підхід до оборони нашого неба. Пане Романе, на завершення хочу згадати Бен Ходжес, великий прихильник і вірний друг України, колишній командувач сухопутних військ США в Європі.
висловився знову ж таки про фронт. Він знову сказав, що він вірить в перемогу України, і він згадав свої прогнози щодо заходу в Крим Збройних сил України влітку 23-го року. Він сказав, що я помилився, але я помилився не в оцінці дії оборонців України, а в оцінці саме США і Німеччини і постачання зброї. Він каже, тому що він не думав, що не буде настільки затягнуто і настільки буксуватиме ця допомога. Що він зараз каже? Що фактично він називає найперспективнішим напрямком оце, що ми з вами говорили, лівий берег, тому що він каже дві речі, які потрібні для активних просувань і позитивних зрушень для України на фронті, це далекобійна і високоточна зброя, аби бити важливі об'єкти в Криму і, те, що казали, розгортання і розвиток плацдарму на лівому березі. Хоча зараз він відмовився робити прогнози, тому що от він каже, бачимо про постачання, каже, але основне це є, звісно, далекобійна і високоточна зброя для Криму. Уходжується стратегическое мышление, он хороший военный, он прекрасно видит всю ситуацию. Да, в принципе, как и любой офицер старшего состава, от майора и выше, по большому счету, который может читать карту. Здесь она лежит, так сказать, на поверхности. Оптимальный вариант освобождения нашей территории именно с Крыма. Для того, чтобы дальше двигаться по Донбассу, мы не должны не иметь в тылу у себя за спиной возможность выхода российской группировки, как это было в 22-м году. Потому Ходжес тут однозначно прав, как и прав Ходжес, он не ошибся, он немножко неправильно может. Потому что мы все тогда, естественно, понимая, что любые наступательные действия без полного пакета в военной амуниции, они не должны были начинаться. Раз они начались, то раскладывали, естественно, действия по заходу в Крым, в том числе с авиационной поддержкой. Без авиации никакого Крыма ни о чем тут говорить невозможно. И дальних средств поражения. То есть освобождение Крыма, оно возможно только при наличии как минимум одной бригады F-16 и достаточного количества дальнобойных ракет типа «Атакамса». Даже хотя бы 100 мильных, по крайней мере, для начала, этих, которые у нас уже были. То есть вот эти два компонента обязательны. Все остальное нет никакого смысла как-то двигаться, потому ошиблись тогда, вернее, не Ходжес тогда ошибся, просто сами прогнозы были основаны на всем комплексе всей военной амуниции, которые нужны для наступательных действий. Но в этом году у нас есть возможность, опять же, та же самая картина. У нас в этом году есть возможность двигаться в сторону Крыма, форсировав Днепр. Вот то, что мы с вами говорили по поводу Крына, Калешек, Кинбургской косы. Там очень много точек, начиная от Кинбургской косы до Каховки, где можно, допустим, форсировать Днепр с прикрытием авиации и начать движение в сторону Крыма вплоть до захода в Крым. Причем, если через Скадовск, то есть выход на Скадовск, то со Скадовска еще и морская авиация по обходу армянского перешейка, перекопа. То есть есть эти механизмы даже в этом году. Но, опять же, однозначное условие, 100% условие только при наличии авиации и дальних средств поражения ракет. І, пане Романе, буквально кілька хвилин тому, під час нашого запису, сирський Олександр, головнокомандувач Збройних сил України, повідомив у себе в офіційних соцмережах, що разом з тим загроза залишається актуальною. Він говорить про часів яр, тому що вище керівництво військове і політичне начебто поставило завдання взяти цей населений пункт до 9 травня. Бачимо, символічність цих от скрепних дат в Росії далі існує. Ну, это понятно, это та же самая картина. Авдіївку у них стояла задача взять до выборов, чтобы как-то подарить. К 9 мая им надо какой-то подарок. Вот сейчас Авьяр один из них, естественно, туда будут бросаться максимальное количество сил, средств. Сейчас Авьяр, нам, если мы его оставим, это будет намного проблематичнее для второй линии обороны, чем даже оставление Авдіївки. За Авдіївкою все-таки там є стара лінія Карловка, Курахова, Черетина. То есть эта лінія, там нет больших городов, но это превышение, то есть это гряда, это сеть водохранилищ, рек, то есть там есть за что уцепиться. А вот по Часов Яру, если мы будем его оставлять, то следующее это уже
Дружковка, Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск. Вот это проблема, если россияне подойдут. Даже с Часовьяра не могут доставать армейской артиллерии до Дружковки, Константиновки, даже до части Краматорска. Потому Часовьяр, вот за Часовьяр надо точно бороться. Причем бороться не жизнями украинских воинов, а бороться количеством боеприпасов, авиационной техники, средств поражения, дальних средств поражения, беспилотников. То есть вот сейчас на Часовьяр надо обратить такое. Ну, это и без нас знают прекрасно наши командиры, которые сейчас там занимаются этим вопросом. Потому за Часовьяр надо точно бороться. Пане Романе, дуже дякую за це зведення. Сьогодні, я нагадаю, 14 квітня, неділя. Обов'язково підписуємось, коментуємо, ставимо лайки і ділимося нашим щоденним воєнним зведенням. Мене звати Ігор Гаврищак. Ми з вами побачимось в ефірі 24 каналу.